Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, забираем с тобой награду, новости нас не интересуют. Оперативная разблокировка сундука. Окей, 414 тысяч. Здесь открываем. Гонщики в тумане. Вау, это что-то новенькое, ребята. Видимо, за то время, пока меня не было. Не было меня здесь в этой игре месяца три, если не больше. Гонщики в тумане. Прям звучит-то как хорошо. Ну что, надо... Так, подожди. Оп, 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 оп. Свиное рыло. Свиное рыло. Подожди, а там что у нас, какой-то новый этот, что ли? Что-то было новое, ребята, тут я видел, промелькнуло. Блин, ну тебе свиное рыло не найдешь. Во. Ну что, поехали? Давай. Действительно, что-то новая трасса. Ядрить тебе на корень. Ядрёного ж. Тихо ты. А такая миссия с подковырочкой, друзья мои. Что это, блин? Дерево какое-то было. Я думал, палец начитанный, палец великана наехал. Что такое? Да, новая трасса, ребят, для меня она вообще нисколько неизвестная. От слова совсем. Вау! Жираф? Ну... Слушай, ну прикольно. Прикольно. А давно это появилось? Новинка, ребят, напишите в комментах. Прям игра засияла свежими красками. Новые трассы. Сколько же я отсутствовал? Ну дофига, ребят. И как раз... Да, жираф опять, я так и понял. Вот здесь, кстати, наверное, не надо было... Слишком сильно подгазовывать. Мы с тобой бы съехали бы нормально. Шикардосик. Что-то моя машина так отпружинила. От чего она так отпружинила? В конце трассы-то. Превосходно, понятное дело, что превосходно. У нас по-другому быть не может. У нас не может быть не превосходно. У нас только белиссимо. Перчатки гладиатора. Слушай, подожди, а почему это я... Я вообще что взял-то? Гонки. Постой, а почему я не проехал? Ну, от слова, я не продвинулся ни на миллиметр. Так, подожди. Игра глюкнула или чё? Ну как всегда, ребята, акробатика на высшем уровне, блин. Ай, блин. Это я бы не я был, если бы его не было вот этих всяких трюков, блин, с моей стороны. Так, ну мне интересно, почему мы не продвигаемся? Здравствуйте, приехали. А что ты только сейчас-то? А до этого? До этого не засчитал ты мне, что ли, гонку или что? Так, ребят, на суперкаре. Они все тут на суперкаре? Давай, бери. Ага, балалочка, погуби себе так. Сделай. Дудлик несчастный. Захотел папу обогнать. Чего радость-то еще? Посмотри, дрище, что делает, а? Вот дрище головы. Так, тихо, здесь не надо слишком сильно лететь. Давай без этих своих магнитов, шмигнитов. Красава, уважуха, респект. Не дал этим засранцам тебе обогнать.
Так, тихо, тихо, магнит не нужен. Блин, я ненавижу вот эти вот кочки, херочки, бомбочки. Что ты начинаешь? Что ты начинаешь всяк выкаблучиваться? Идите спокойно, нервируй меня, муля. Фух. Так, сундук, друзья мои, сундук. Прекрасное, далекое. Какой дизайн? Дизайн мне не нужен, ребята. Я вообще не знаю. Честно говоря, я не понимаю, зачем здесь вообще добавили вот этот вот дизайн. Ты серьезно? Баги на турбинах? Он правильно сделал, он притормозил, а я как дурик. Но я зато первый. Я зато первый. И не последний. Зачем он, зачем он взял сюда турбин, ребята, я не понимаю. Не надо туда ввысь, не надо. Едь нормально, едь спокойно, Рэй, не дыши глубже. Понятно. Это была в свое время одна из моих любимых трасс, когда я играл на постоянку, ребята, в нее. Я здесь, вот именно на этих трассах, их щелкал как орешки всех. Сейчас я, видимо, подзабыл, что, куда, и почему, и куда, и как. И начинаю хандрить. Начинаю хандрить, начинаю фейлиться. Выиграть 15 кубков. У меня еще и задание, ребята, было, оказывается. Ну что ж, давай посмотрим. Ого, сколько здесь. Обновить хилклимп. Обновить хилклимп 2 7 раз. Как понять, обновить? Так, получи 250 времени в воздухе на маслкара в лесу приключения. Получи в воздухе на вертушке. Сделай 6 поворотов на маслкара. Можем поменять? О, выиграй 5 гонок, отлично. Райская бухта. Так, может быть действительно маслкар нам взять? Давно не играли? Красиво ты, Рэй, впендрючился-то. Прям пятачиной. Камушки тут мешаются нам только. Давай, перелетай эту всю парашу. Давай, на лодочку. С лодочки под водочку. С водочки на бочок. И еще не финиш, нифига. Я просто думал, уже финиш. А что такая трасса-то длинная? Долгая. Да куда ты там корявого-то врубаешь? Ну... Что за трасса такая длинная? Что-то не помню, что... Наверное, это одна гонка всего лишь здесь, да? И на яхточку! Не доехал. Извините. Пошел ко дну. Да, ребят, здесь одна гонка была. Шикарно. О, друзья мои, сельский кубок. Собственный персон. Нифига себе. Блин, эта фигня мне, наверное, сейчас сделает тут как стоячего. Мне так кажется. Смотри, 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 смотри. Смотри, набирает обороты. И у меня педалька газа до отказа, ребят. Чуть носом не клюнул, но я выиграл. Че это за фигня такая? Монстр кар, что ли, какой-то? Или как она там называлась-то? А-а-а, я думаю, что же поменялось, друзья мои? У нас же лето, лето. Я думаю, мы же с тобой когда зимой гоняли, тут все в зимнее было. А теперь-то лето, вот оно что. Все тепленько, мягонько, трава пушистенькая, голова душистенькая, все шикарно. Вот оно что. Да, да. И приятно-то, когда смотреть на зеленый фон, а не на эти белые снега, льдины и тому подобное. Здесь прям летом пахнет, ребята, даже через монитор.
Летом пахнет и засранцами, которые вот тут хотят меня обогнать. Машина, ну что ты вот дурачка-то врубаешь? Нафига ты опять на дыбы встаешь? Ой, этот... Нубас! Чертов нубас, правильно так и надо. Захотел он меня обогнать. Не тут-то было, вшивый. Что там? Прекрасно. Так, ну что, я... Ой, вождение по бульвару. О, друзья мои. Самые неопределенные для меня трассы. Это вот эти вот... Ночной город, блин. Где ты разгоняешься, и потом бац! В какой-нибудь столб или еще что, во что-нибудь. А что такое короткое? Напрямки, главное, что и короткое. Давай почаще такие уровни. Что там вылетает, окна разбивает. Нормально. Сейчас и в стену в какую-нибудь, да? Вообще шикарно. Смотри, умеешь так? Это мастерство, ребят. Так, дай-ка мне задание. Дай заберу задание-то свое. Выполненное. Так, у меня денег один лям. Один лям. Не пора ли этот лямчик потратить куда-нибудь на что-нибудь? Что мы с тобой прокачивали? Так, глоток надо сделать. Чего там разблокировано? Спортивный автомобиль? Чего? За мастерство какое-то. Непонятно. Я не помню, чем мы прокачивали-то. Что мы прокачивали? Маслкар максимум. А, по-моему, вот, мы хотели Феррари. Слушай, а тут осталось-то. Пью! Пью! Прокачаем, ребятушки. Просто в скором времени прокачаем. Ну что, поедем на этой? Ой, взял-то тоже, я что-то... Чё, друзья мои, не посмотрел? Ох. Ну, здесь-то, конечно, на тебе только ездить. Это та самая машина, которая не любит подниматься, ребята, в гору. Ну, да... Лох, какой лофуил? Не надо никаких лофуил. Все, начал тут мне. Лофуил. Лов, сказал бы тебе. Да тут просто дети сидят. Какой лоффуил. Лох. Фуил. Фуета. Фуета. Слушай, как же я давно не играл в игру. Аж соскучился, друзья мои. Аж прям как заново родился. Да. Главное не переигрывать, ребят. Главное не переигрывать в игры, иначе они потом начинают надоедать. Давай, 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 давай. Понятно. До свидос, кальвадос. Но тем не менее, друзья мои, тем не менее, мы первое место взяли. И я еще сундук заработал. Блин, а награды по-прежнему, друзья мои, фуфляшки дают нам, к сожалению. Так, подожди, это Гранд Каньон же, да? Ну я опять, ребят, с машины не угадал. Вертушка, подожди меня, а? Спасибо. Как он там старался, как он там выжимал педальку газа, а? Ну дядя Рычик его переплюнул. Как стоячего. Сам на долю секунды выиграл. Как стоячего. Блин, как тут собесявый, а?
Вот так вот. Изи комбо. Ну давай, не подкачай, не подкачай, родной. Там сзади такие рожи за тобой гоняются. Франкенштейны самые настоящие. Ты посмотри, их не физиономии, без... без страха. Это-то что еще тут делает? Смотри, 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 смотри. Фига? А, он с крыльями, да? Я чисто случайно выиграл одну гонку. Я просто замешкался. Я просто замешкался. Так, давай эту свою ношу. Деревенское село, заболотистые лужи. Оки-доки, сэр. Отлично. Хорош. Красава. Так, ну что здесь у нас? Давай. Багги, отвали. Иди он в пустыне там, пляши. Здесь тебе делать нечего. Ты глянь, а псих вылетел. Вообще берега попутал, ребята. Без тормозов едет, чувак. Я там аккуратничаю, а он напропалую шпарит. С руль Соломоновича, а? Нахрен бы тебе это сдалось, Рэй. Ну нахер ты сюда полез-то. Теперь вшивые баги тебя обгонит. Кто? Мартим? Мартим. Ё-моё, как ты так... Да что ты... Вторым, вторым. Не третьим, ребят. Класс. О, городская вода, кубок. Я, по-моему, ребята, в городской воде ездил обычно на спорткаре. По-моему. Опа, маслкар, а что вытворяет, ребят? Вот так вот. Вот так вот, на ровном месте, друзья мои. Просто сделал, с крыльями причем. Да потому что я стартанул фигово, вот что я тебе скажу. Трактор, ты серьезно? Какой-то челнобитик, ребята, вылетел на тракторе. Молодцы. Так, блин, тут... Да куда пережал ты кнопку, Рэй? Ну, блин, ну, баран, ну... Давай, 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 не подкачай, не подкачай, не подкачай, не подкачай, пролетай, пролетай! Ему не хватит, ну... Офигеть, он просто, ребята, он просто как на месте, вот, упал на эту, на возвышенность, он даже не тормознул, как мой. Он поехал дальше, на всех скоростях. Прикинь. Тварина. Ну и что там у нас? Песок в купальнике. Песок в купальнике, сказал бы эти. Где у тебя песок? Это что за тачка? Это спорткар же, да? Почему я так хреново еду? Ведь не заедем же, да? Я в шоке от этого дерьмища, блин, ребят. Вот что сейчас произошло, просто был в шоке. Просто был в шоке. Они, значит, пролетели все. А я нет. Я встрял в какой-то параше непутевой. Слушай, это не... Что за... Это спорткар же, по-моему, да? Вот это вот, сзади меня. Обычный недобитый спорткар. Я не могу ничем его, ребята, спутать.
Он, конечно, ну, немножко подшаманенный, так скажем. Ну, небольшая рубашка на нем новая. Но это вот... Это спорткар был. А этот еще и на нитро шпарит, прикинь. Точнее, это не нитро, это у них тут называется форсаж. Не все долетели. Смотри, смотри, смотри. Чувак притормозил для того, чтобы взять. Офигенно, блин. И опять последний. Слушай, я вторым приехал. Удивительно. Удивительно. Удивительные люди. Кубок путешествий. Дорога в никуда. Только рычик сидит на заборе и жует семечки слегка. Так, кто тут? Да ну нафига ты колесом-то звезданул по этой перламутровой фигне, блин. Все равно хабу не могу догнать, ребят. Я не мог хабу догнать. Че он там жрет, что он там летит? Да опять, наверное, с этой, ребят, с зеленой парашей. Они только на зеленой параше. Вот кто может меня обогнать, это только кто имеет зеленую парашу. Я думаю, ты понял, про какую я парашу говорю. Вспрыск говна в этот карбюратор, который летит там, как я не знаю кто. Вот только она может меня обогнать. Потому что по другим параметрам они все откуривают. В стороночке где-нибудь там. А с этим зеленым вспрыском, да, я не знаю, ребят. Я такую не получал, и я, наверное, никогда в жизни не получу. Сколько я уже играю, про меня просто забыли. Меня забыли награждать этим подарком. Сказали, Рыч, ты недостоин носить зеленые сопли. Будешь ездить так. На своих двух. На своих полторашках. О, друзья мои, опять немного леса. Опять немного джунглей. Джунгли вперед. Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди. Дэнди, играют все. Помнишь такую? Да нет, ребят, вы, наверное, не помните таких передач. Про Дэнди, вы уже выросли, уже была эра компьютеров, по-моему. Уже были мобильники вовсю, а у нас нет. У нас мобильников не было тогда. Дэнди была, а вот мобильников не было. Были пейджеры, еще там всякая дребудень. Потом уже появились мобильные. Мобильники-то появились, ребята, а я как вспомню, сколько стоило на них этот... Как сказать, не подписка, а абонентская плата. О, целое состояние, друзья мои. Выгоднее, проще было купить мобилу, чем ее оплачивать потом. Там одна минута стоила, я фиг знает сколько там. Я не помню по деньгам, но дорого. Очень дорого. Это сейчас миллион абонентов, миллион операторов. Выбирай, как говорится, кого хочешь, куда хочешь. А раньше нет. А раньше с этим было. Но Мегафон, помню, был один из первых. И вот он как раз-то очень много жрал. Очень дорогой был тариф. Да он, в принципе, сейчас-то не дешевый. Просто он хорошо, что очень везде берет. Классно. О, вспрыскнул. Видел, ребята? Я видел только что вспрыск. Вон у него зеленое дерьмо стоит. Ну вот, вот только, вот, вот только это и может его, ему помочь. Все. А без нее он бы в пыли бы валялся бы там, понимаешь? Вон, 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 вон. Она ему дает скорость, блин. Понимаешь? Скорость, блин, охрененную. О, тем более. Ну, читер, что я могу сказать, друзья? Просто читер. Так неинтересно. Просто дрищ. Без своего вспрыска просто ничего. Он ничего без своего вспрыска он ничего не стоит. Поверь мне. Вот. Возьми трассу заковыристую, и все, он обделался, понимаешь? Все, потому что он не может разогнаться, потому что там не было места для разгона ему. Вот и все.
Щенок заморский, блин. Да какой заморский? Бомжовский. Так, не, я вниз, ребят. Стеф какой-то, 94. Чё, Стеф? Догоняй. 94, блин. 2024, ё-моё. Стеф. Стафилокок. Стеф, блин. Так, вот это мне не нравится, друзья. Да ну какие-то заковырки какие-то делают. Ой-ё-ё, я помню. Опа. Ох, сейчас тут тун-тун-тун-тун. Ну, взлетай. Да не маслкар взлетай, а мы взлетай, блин, бабак. А у меня была бабаха. Бабаха. А теперь бабахи нету. Говношлёп несчастный. А папа взял и продал бабаху. Так, я опять вниз, ребят. Ну, тут что-то, по-моему. Опять этот хмырь тут лезет. Да усохни ты нафиг, а. Все. Иди вон, нюхай свою бабаку. Бабаху, точнее. Бабах. Да, да, друзья мои. Ну как вам? Как вам сегодняшняя игра? Понравилась, друзья мои? Тысячу лет вам тут не писал. Еще и сундук у нас тут. В меня плохой интернет. У меня вот плохой интернет в этом, блин. В Бравл Старсе. Такой плохой интернет, что прям готов все размозжить. Ну что, дорогие друзья, на сегодня закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.